Я знаю. У меня 526, их все сумасшедшие. Медведь особенно место занимает в этом списке. Но надо сказать, что падение команды Барселона в Испании совпало по датам с подъемом команды «Медведь». Я думаю, что это тоже символично. Хочу... Настя разваливает Барселону, но я так понимаю, что «Медведь» поднимается, и то, что я сегодня вижу, заслуживает ее уважения. И хочу пожелать, девчонки, вам... Я, правда, пока еще не видел побед ваших, да? Но мы скоро уже, да. Вот там сидят ваши коллеги. Да, я понимаю, да, что мы в это воскресенье с вами встречаемся. А, вы в это воскресенье вместе играете, да, против друга? Да. Аванпрестиж. Ну что? Ради которого я хотела в подгруппу «Афина». Поэтому ты Вику и пригласил. Ну ладно, на самом деле, девчонки, я хочу вам пожелать женского счастья, я хочу пожелать вам пройти сезон и этот, и следующий без травм. Я хочу, чтобы количество ваших болельщиков, фанатов увеличилось, чтобы новое поколение, которое мы сейчас увидели, с теми словами, которые я всегда прошу своих футболисток, я звезда, да? Вот мне это очень понравилось, чтобы это поколение болело за вас, чтобы оно вливалось в ваши ряды. Вы классные, вы красивые, вы творческие, вы талантливые. Счастья вам, женского счастья, удачи и любви. Спасибо большое. А подрастающее поколение, это как раз дочка одной из наших участниц, которая, наконец-то, надеюсь, к нам скоро присоединится. Ну что?